Вот такой в Меги Химки поставили медиаэкран огромный, который сейчас еще находится на стадии регулировки. Конечно, это не жидкокристаллический, а собранных панелек. Вот как-то так все это примерно выглядит. Сейчас до конца покажу, как это, какие картинки выскакивают. Ну, конечно, еще не включили надпись, вывеску Мега. Видите, она темная, темные буквы. Но, короче, как-то так.